Потрясшая своей жестокостью сеть видео отрезания головы украинскому военнопленному ужаснула весь мир. Все окончательно поняли, что имеют дело не только с бешеным царем, но и с целой страной-террористкой. Но мне кажется, не меньшего наказания, чем эти маньяки-убийцы, заслуживают и вот такие недочеловеки. Как и все вы, ночью я увидел страшные кадры. Там один боец отрезает другому бойцу голову. Мне было страшно. Мне было обидно, мне было не по себе. Это ужас и стыд. За себя, в общем, стыд, за всех нас. Но потом я понял, что именно этого ведь от нас добиваются. Стыда и ужаса перед самими собой. Вы подумали, этот упырь, призывавший топить украинских детей, прозрел? А вот и нет. Дьявол даже такому чудовищному преступлению находит оправдание. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет. Но нам нужно победить. Победить любой ценой, чтобы выжить, чтобы сохраниться. И поэтому я на самом страшном, самом последнем суде все равно буду рядом с нашим солдатом, который впитал в себя все кошмары войны и сам в итоге стал этим кошмаром.